В Казахстане не должно быть президентского правления, потому что президент, как в Казахстане, как в России, так и в любой другой стране СНГ, фактически узурпирует власть. Поэтому мы должны перейти к парламентской форме правления. Что такое парламентская форма правления? Это когда избранные народом на открытых и честных выборах депутаты, эти депутаты назначают правительство министров и премьер-министра и контролируют его. И в любой момент, если правительство не справляется, то парламент страны, возглавляемый фактически этими депутатами, отзывает правительство, отправляет в отставку. Если депутат представляет тот или иной район, его избиратели требуют, чтобы здесь были построены фабрики, заводы, чтобы они могли там работать. И если этот депутат, представляющий их в парламенте, не будет эту народную волю исполнять, то они его в следующий раз не выберут или в крайнем случае отзовут. Поэтому именно тогда при таком механизме они становятся народными депутатами. Не нуротановские, спящие в первых рядах, а именно народными.